da ileride. Annem nerede? Друзья, я нахожусь в Чарши форум в сторону. Хочу показать один магазин электронных товаров. Называется Bulut Electronic. Там есть транзисторы, резисторы. Все, что нужно для любителей электроники. Здесь, конечно, в этом месте много разных магазинов бытовой электроники, комплектующие для телефонов продается. Именно этот район. Смотрите, какой магазинчик. Сок выжимает. Сейчас я определюсь, где же это было. Она была через дорогу. Сейчас аккуратненько переходим дорогу. Вон торгуют на трицикле. Видите, изюм, гранат, яблоко покупают люди. Мы сворачиваем, и по этой улице нужно вверх идти, она между этими домами. И в этих мелких магазинах, мелких улицах разного рода сервисы для стекла. Вот, какие-то сувениры делают. Очень много разных магазинов. Вон печать футболок, плакатов. Сколько разных, видите, сервисов. Чуть-чуть отойдешь и уже. Оп. Разного рода мелкие бакалеи много. Даже БИМ тут есть. 27-го. Вот такая есть. Распродажа. Район. Где находятся вот разные магазины. Даже кафель продается. Вот маркировка одежды. Нашел эту улицу, сейчас покажу. Тоже разные магазины, сервисы.
какие-то БАДы тут продаются или... Беко. Бейза. Вот уже пришли. Вот в этом месте есть Bulut Electronics. Сейчас к ним зайдем. Вот. Вот эти маршрутки все ходят отсюда. Отсюда до нашего. Вот она. Bulut Electronics. Нам нужно будет сюда зайти. Но не пустят нас. Магазинчик, и нужно будет спросить у него. Вот такой большой магазинчик. Ну, видите, в связи с ковидом здесь не пускают, поэтому. Bunun fiyatı söyleyebilir misiniz? Transistör. Abi şöyle söyleyeyim, bunlar hiç kalmadı. Hepsini gördüm, 720. В общем, не пускают пока. Вот такой большой магазинчик. Bulut Electronics, но туда не пускают. Nasılsın baba? Sen nasılsın? İyiyim şükür. Getir de dedi, getirdik. Приходят, говорят, что им нужно, и потом только передают. Нашел компьютерный магазин. Вот цены. 3500. Нетбуки. Но компьютеры, конечно, подуставшие. 500 lira. Çalışmıyor akus satılık için var mı? Yok. Нету на продажу аккумуляторов, которые можно было бы купить. Ну, очень уставшие компьютеры. Ну, вот такой магазинчик. Пойдемте дальше, посмотрим. Benden iyi konuşmuşsun maşallah. О, еще такие магазинчики. Напротив этого здания большого. Тут мелкооптовые магазины, одежда. Здесь продают маски. Все такое. Маски продают тоже. Вот такие штаны продают здесь. Оптом.
напротив платки. Ну, такая улица. Все, все для вязания, смотрите. Шапки, носки тоже. Носочки. Копилки. Я пришел домой, в Bulut Electronics купил потенциометр, транзистор. Для чего? Для моей старшей дочери по физике нужно сделать электротранспорт. И если она сделает, то получит оценку. Вот такой двигатель мы взяли. И вот такой вот у них продается светильник 12-вольтовый. Это для Кати. И к нему провода взял. Сейчас процесс. Эмилька делает такую машинку. Прототип пока. И к нему будет установлен такой шаговый двигатель. Вот. Ну так, творчество, да, у них. Чтобы она знала физику. Вот как-то так, друзья. Попозже покажем, что получилось. Сейчас пока рабочий процесс. Увидимся в новых видео. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь здесь. Дальше будет интереснее.